Всем привет, с вами я, Цитрус0974. И сегодня у нас снова битва за Нейбурвиль. И да, сегодня тот знаменательный день, когда мы наконец-то откроем мозголом 9001. Ну что ж, думаю, сразу мы с этого начнем. Хотя не знаю. В общем, для начала мне нужно включить индикаторы. Так, ну и далее, какие у меня еще новости? Тут вроде я могу кого-то прокачать. Поэтому давайте сначала сделаем это. Да, я могу прокачать Хёнтера. Давайте, теперь он у нас будет спец. Какие мы апгрейды получим? Каменный зубастик. Восстановление здоровья активируется быстрее после нанесения урона или получения. Укус за лицо. Кусь может нанести критический урон. Хорошо. Так, ну и все. Как вы помните, на стриме мы накопили целых 42 лампочки. Но нам же нужно было всего лишь 27. Поэтому мы приобретаем жест для Розы «Загадай желание». Да, замечательный жест с фейерверком. И вот он. Мозголом 9001. Наконец-то! Шли к нему целый месяц, и вот, наконец, дошли. Ну и сейчас мы на него, конечно же, посмотрим. Так, давайте заодно уж тогда и костюм этот получим. Металлист. Его любимые группы Металлика и что-то там еще. Не успел прочитать, ну и ладно. Так, еще мне тут, помнится, нравилась вот эта шапка на кактуса. Поэтому, раз уж есть лампочки, почему бы ее тоже не забрать? Так, это у нас надгробие «Умная тележка с едой». Это у нас какая-то эмоция. Как называется? «Защити меня». Смайлик в шлеме. Ну и вот она, собственно, эта шапка на кактуса. Цветочный стиль. Ну и все, побежали срочно смотреть на нашего мозголома. Да, долго мы этого ждали. Интересно, сколько мне на этом удастся нахайпить. Как бы это странно не звучало. Так, ладно, убираем просто вот все апгрейды, которые стоят. Так. И мозголом. Вот он. Что-то тут у меня еще стояло. Ну и пускай остается движение пробежками. Двигайтесь быстрее в течение короткого времени после комбинации из трех ударов кулаками героя. А, ну пускай тоже остается. Так, ну что ж. Мозголом 9000. Так, можно нажать... вот так это работает. Так, хорошо. Зажимаем и вот так вот. Так, можно и не полностью зажать. Можно и чуть-чуть зажать. И вот так вот рывками двигаться. А чё, прикольно. Так, и еще можно на бакспейс отменять. Только вот до бакспейса еще фиг дотянешься. Ну ладно. Так, ну и на правую кнопку у нас, по идее, вот так вот прыгать. И задерживаться в воздухе. А, понятно. А можно вот так вот задержать. А, нет, так нельзя. Так не получится. Хорошо, можно вот так вот. Ага, понятно. Так, давайте для начала посмотрим в беспечном парке, как это будет работать. А потом отправимся в мультиплеер. Так, здесь вроде какие-то растения только что бродили. Ну, зомби, по крайней мере, точно. Так, вон там кто-то из союзников получает урон, значит, враги есть. И можно испробовать сие крышесносное оружие. Так, я вижу, там сидит горох. Так, попробую в него запульнуть шарик вот таким вот образом. Так, вроде бы я ему урон нанес, и на этом все закончилось. Так, привет, сорняк. Так, на бакспейс отменять. Так, а что это я могу... А что это такое со мной? Я типа отпустил кнопку, оно еще... ну ладно. Так, здрасте, дорогие. Ой-ой-ой, я от бомбы сейчас сдохну. Да, я забыл, я привык, что уже на ту кнопку щит. Так, ладно, первая попытка неудачна. Потому что, ну потому что я не умею, все. Так, ну эти горохи, я так понимаю, тоже самостоятельно не спустятся. Ой, еще можно вот так вот сделать, получается. Когда летишь, уже можно зажимать. Ну что, прикольно, так. Так, где тут значит тряпка-то? Вот так вот тебе, ночная шляпка.
Так, ну я могу рывками очень быстро тоже двигаться. Так, где этот горох? Так, мне пришлось отвлечься, поэтому я там остановился, меня добили, я возродился. Ну ладно, всякое бывает. Так, я уже могу сразу вот так вот делать. Это тоже прикольно. А, ну да, да. Так, с непривычки, конечно, я ничего сделать не могу, несмотря на то, что это... Оружие очень крутое, но все-таки к нему нужно привыкнуть. Так, давайте я еще третий раз сбегаю в беспечный парк. И как бы... Так, я думал, я в Алдзамах таким образом попаду. Нет, оно так не работает, к сожалению. Так, привет, подсолнух. Вот так тебе. Так. Так, вот так вот сбегли. Хорошо. Ну, прикольно, я теперь могу буквально летать по всей карте. И его уже кто-то добил, этого гороха, до меня. Ну и ладно. Так, ладно. Ну, кто еще где? Так, вот чемпера вижу. Ой! Я на мину наступил. Так, и еще также извиняюсь, что я молчу, просто я сейчас несколько дней не записывал, малость отвык. Ладно, давайте уже тогда отправимся в мультиплеер. Опять же, нашим супер-рывком. Вот так. Бабах, и мы сразу порталом. Так, у нас есть мощное истребление отрядов, у нас есть захват газона. Давайте в захват газона отправимся. А, даже можно не зажимать кнопку мышки, то есть можно просто туда-сюда... Просто один раз нажав. О, прикольно. Так, карта у нас пастбищные угодья, к слову. Ну и, в общем, коротко о планах. Вот сейчас, после того, как это видео выйдет, в тот же или в следующий день, я устрою стрим, опять же, в честь этого знаменательного события. То, что я открыл мозголом 9001, наконец-то. Будет стрим. И потом, до следующей призовой карты будет затишье. Во-первых, я обещал, я все-таки сделаю видео про KOS. Про операционную систему Nokia 8110 4G, ну, на которую я уже обзор делал. А потом также мне еще про нее нужно кое-что сделать. Ну и также смонтировать видео про компы на второй канал. В общем, так сказать, делов мне хватает. Поэтому этим промежутком времени, прежде чем я закончил эту призовую карту, начнется следующее. Мне нужно использовать. Так, что-то карта слишком долго грузится. Уж не начались ли у нас опять супер долгие загрузки бесконечные? Что-то это очень на это дело похоже. Как раз на пастбищных угодьях это часто было. Так, ну что, все? Все, перезапуск игры, да? Похоже, да. Так, ну хорошо, я жду еще ровно одну минуту. Вот сейчас у меня на часах 14:37, только 38, все, я на Alt плюс F4 закрываю игру. И перезапускаю. Ну хорошо, ждем. Оно не должно так долго грузиться. Даже несмотря на то, что грузится не SSD, а с харда. SSD у меня вообще нету. Все, 38. Закрываем. Закрываем. И запускаем снова. Итак, наконец-то появилось. Так, все, давай подключайся. Давай грузи беспечный парк, а потом мы захват газона. Такое ощущение, что вот иногда бывает, я так залетаю на дальний какой-то сервер, который никак не хочет нормально грузиться. Теперь ждем 300 лет, пока он загрузится. Ну мы к этому уже привыкли. Хотя, вроде кажется, оно быстро загрузилось. Вот это да. Да или нет? Или мне показалось? Просто курсор пропал, это значит, что уже персонаж где-то заспавнился. Да, все прогрузилось, замечательно. Вот он мозголом. Так, я могу сразу рывком, опять захват газона, и отнести вот так вот в портал. Все, полетели. Так, меня кто-то приглашать пытался, ну ладно. Так, что у нас, опять пастбищные угодья? Да, опять пастбищные угодья.
кто-то продолжает меня пытаться приглашать. Но не надо меня приглашать. Так, ну чё, загрузится, нет? Будем надеяться, что загрузится. Тогда в мощное истребление отрядов пойдем, если нет. А, все, курсор пропал, значит загрузилось. Так, теперь еще остается надеяться, что здесь будут люди. Так, замечательно, мы за зомби, значит Супер Брейнс. И у нас тут сверхурочное время, мы никак чуть-чуть не захватим. Так, всеми силами бежим, 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 бежим. Так, мы захватим, мы захватим, мы захватим. Так, бегом. Так, я попал в колючку и меня съели. Ой-ой-ой, сверхурочное время кончается, давайте там кто-нибудь. Так, хорошо, ученый его возобновил. Так, опять попытались захватить. Так, возрождаемся, возрождаемся, бегом. Бегом, бежим, бегом, бежим со всех ног. Летим, 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 бегом, бегом. Нет! Они выиграли. Да что ж такое-то, а? Ой, я кого-то добил, прикольно. Да, вот так вот залетели и сразу продули. Ну и ладно. Ничего страшного. К слову, я что-то не надел этот костюм, этот металлист. Да, вы проиграли. Ну и ладно. Зато я хоть кого-то успел добить под самый конец. Ну и ладно. Ну, точнее, когда мы уже проиграли, уже время вышло, но еще матч официально не закончился. Так, ну давайте, как всегда, быстрее лидеров. Быстрее, быстрее. Так, интересно, это был обычный ученый или газик, вот который справа. Который у нас мастер-целитель по ревайвам. Ну и ладно, неважно. Так, какой-то кактус тут издает звуки. Так, это у нас испытание для мощного истребления отрядов. Так, ПВП-поддержка и критический урон в ПВП. Так, ну никакие квесты пока выполнять не нужно. Здесь, конечно, еще на астронавта. Может быть, будет стрим, я их тоже буду выполнять, но не факт. Так, ладно, теперь у нас карта «Переломный момент». Итак, и мы за растением. Но вот это уже не пойдет, мне надо за зомбей. Сегодня у нас знаменательное событие. Мы открыли мозголом 9001. Значит, мы сегодня будем играть только за него. И никаких растений мы сегодня не терпим. Поэтому нужно срочно сменить стороны. Итак, наконец-то матч закончился. Наконец-то. Сторону мне, как вы понимаете, сменить так и не удалось. Но, к счастью, матч закончился быстро. Ладно. Мы, конечно, проиграли, но это вообще не волнует. Я ничего и не делал для победы. Не удалось захватить бомбу-гранат. Если бы я был сейчас за зомби, наоборот бы выиграли. Но меня ж не пустили за зомби. Сейчас вы обязаны меня за зомби пустить. Пока я 5 минут пытался сменить сторону. Это что ж такое-то? На записи придется либо вырезать, либо ускорять. Скорее всего, так и сделаю. Да, эти-то двое зомби счастливые, что они поиграли за зомби. У них, может быть, уже тоже мозголом есть, и они им уже наигрались. Так что теперь могут играть за кого хотят. Ладно, это я сейчас, у меня малость теперь вредное настроение. Так, я даже успел когда-то сделать 3 истребления. Но я успел чуть ли не всеми поиграть за эти 3 минуты. Ну, точнее, троими. Так, ладно, персиковый район теперь карта. И вы обязаны пустить меня за зомбей. Ура! Все, мозголом. Мозголом, мозголом теперь опять со мной. Здрасте, народ, у меня есть мозголом. Я все мозги разломаю, раз у меня есть мозголом. Да, конечно, это странно звучит, но и ладно.
Странно, что это у меня за такое сияние подо мной тогда получается, если я на Backspace отменяю. Ну, то есть эта стрелочка удалить. Ну ладно. Слово я даже с этим бегать могу, прикольно. Так, ладно. У меня 235 здоровья дополнительных мне налечили. Замечательно. Так, там я вижу ночную шляпу и чольтера. Так, да, есть центр, не надо меня есть. Где этот центр-то? И вот так вот. И разбомбили первого центра. Точнее, как сказать, размазали его рывком. Так, здрасте, народ. Так, кто тут где? А я, кажется, на мину наступил. И меня добили. Извиняюсь, что я молчу, просто малость экшен, малость все такое. Плюс к тому же это чуть ли как не новый персонаж, совершенно другая механика теперь. Так, ладно, полетели опять. Да, плюс такими рывками можно ускоряться при беге. Тоже прикольно. Так. Добил Цитрона, но и меня добил какой-то кактус магистр пятой миной. Там что-то многовато мин, их бы как-нибудь всех вместе бы разбить, но как это никому не известно. Ладно, летим дальше. Стоп, а кто это там был? А, это девчонок есть. Понятно, так, Чемпер, здрасте. Так, вам сказали до свидания. Нет, вам еще не сказали до свидания. Хотя сказали. Все равно без меня, ну и ладно. Да, ночная шляпа. А как ты не умер? А что ты не умер? Так, я ничего сейчас не понял, что я сейчас делал. Но тем не менее, я пытался чаржиться через целую кучу. И я даже ни одного подсолнуха не добил. Хотя странно, у подсолнуха всего лишь 100 здоровья. И даже дополнительного ему столько не налечит. Он все равно от моего максимально заряженного урона, от моего максимально заряженного удара 125 урона должен был умереть. Ну, ладно. Так, все, мы захватили первую точку, теперь у нас вторая. Уно Тако. Да, как-то я сегодня странно говорю. Как всегда, много оговариваюсь. Что-то в последнее время я стал больше оговариваться. А я вот так вот на крышу от тебя спрятался. Да ё-моё, этот кактус весь день мин наклал. Причем опять же этот же, в этом египетском костюме. Ну и ладно. Ладно, что-то я, вообще вроде это оружие крутое, но я что-то сегодня много умираю. Так, не надо, не надо, не надо, не надо. Ну опять, что-то как-то... Как-то не как-то, Супер Брейнс, теперь он совершенно другой, теперь он летает. Так, ладно, хотя бы на этот раз меня ревайвят двое ученых. Как бы и на том спасибо, и что-то... Ой. Ой, что я сделал, а? Так. Я забагал игру. Ой, я кого-то добил. А, там он все добил. Ну и ладно, хотя бы что-то. Так, Чонтера добил, прикольно. Так, задом наперед. И меня съели. Прикольно, побегал задом наперед. Реально прикольно. Очень прикольно. Так, ну теперь-то я возродился уже, конечно, нормально. Так, и можно и по крышам полетать, почему бы и нет. Я ж теперь умею это делать. Тра-ля-ля. Так, ладно, где у нас там подсолнух-то? Я его за один удар добью. Так, здорово, привет. Так, ну кто тут где? Так, я хочу все-таки разбить этого гороха. Так, где вот этот Чемпер? Вот, кого-то добил. Это, кажется, был как раз Чемпер. Так, там Роза это. Так, ну я ее мало боюсь, конечно. Так, там, кажется, еще есть Сартус вредный, которого мы уже не раз видели. С его минами. Ой, привет.
Ну ладно. Хотя бы так. Ой-ой-ой-ой. Что там? Ой, прикольно, я так прилетел. Привет, да. Так. А у нас тут ночная шляпка где-то была. Но только тут ее уже, к слову, нету. Так. Я что-то тут летаю как-то во все стороны. Ха, летаю, летаю, ничего не замечаю. Так, где тут этот центр-то? Так, хоть сколько урона я нанес, и он меня добил. Так, может быть, у меня кто-нибудь опять ревайвнет, и я опять буду задом наперед бегать. Было бы прикольно. Так что давайте меня кто-нибудь, может, ревайвнет. Ё-моё, как... какой я странный. Позе-то сдох. Странно. Так, меня опять эти же двое ученых ревайвят. И нет, на этот раз я не задом наперед. Ну ладно. Так, я сейчас тут буду центра, и я его изобью. Замечательно. Так, кто тут еще где? Ой, опять чуть на мини не налетел. Что-то, кстати, я стал меньше пользоваться способностями. В принципе, теперь в ближнем бою еще лучше будет турболиты использоваться, потому что как бы теперь просто кулаков-то нету, теперь есть рывки. Ну и ладно. Так, ладно. И вот здесь вот, к слову, к ним издалека подходить очень неудобно. Ой, здрасте. Так, меня полечите меня, лечите меня, семеро. И я сдох опять. Бегите меня, ревайвить теперь семеро. Так, замечательно, меня опять ревайвит. Солдат на этот раз. У него такой костюм, что он на ученого похож. Так, тут у нас опять чемпер. Так, его добили без моей помощи, ну и ладно. Так, тут этот дрон, я его, может, добил я, а может, и не я. Так, тут была мина. Но ее вроде тоже обезвредили без моей помощи. Так, ну что тут, кто где? Так, горох, привет. Вот так вот, даже горох с одного удара. И я получил новый уровень. Так, там кактус. Меня пытался выследить. У него ничего, как всегда, не вышло. Так, тут куча всего в теме наложено. Так, не я добил ночную шляпку, ну и ладно. Так, тут что-то взорвалось, но кажется, это был мех. Ладно, так. Это я мимо всех летаю как-то. Так, хорошо. Кого-то я добил подсолнуха. Солнце у меня уже 8 истреблений. Маловато, конечно. Но, в принципе, очень необычная эта атака. Наносит очень много урона. Но вот так вот, без привычки, так сказать, очень неудобно так атаковать. Такими вот рывками. Ай-яй-яй-яй-яй, куда-нибудь мне бы свалить. Мне бы куда-нибудь свалить, и меня добила мерзкая слизь. А, нет, меня какой-то горох добил. Ну и ладно, так, там еще ночная шляпка мимо меня пробежала, ну и ладно. Так, ну все-таки умираю сегодня я больше, чем убиваю. Но, в принципе, апгрейд очень прикольный. И он стоил, чтобы к нему так долго идти. Наверное. А ну, ё-моё, чё вас здесь как много? И, походу, я всем моим рывком лишь одного дрона добил. Чё-то как-то очень низко летает этот дрон. Видимо, к дождю. Уж не будет ли август, бесконечный парк, дождливым? Из-за того, что эти дроны низко летают. Не знаю, что я выдумал сейчас, ну ладно, так. Может быть, как-нибудь с той стороны мне подойти удастся. Почему бы не попробовать? Так, сквозь музей пройдем. Да, очень неудачно я так прилетел прямо к чемперу в рот. Молодец. Он как раз специально для этого закопался, чтобы было удобнее меня из-под земли сожрать. Так, у нас осталось меньше 2 минут, а мы никак не можем захватить этот несчастный музей. Так, привет, дрон, что ты? Ну, ладно. Ладно, так, кто меня там малость задел? Горох? Ну и ладно.
Ладно. Ой, ночная шляпка, здрасте. Так, где у нас ночная шляпка будет? Так, хорошо, я ее тоже добил. Так, кто у нас еще где? Чомпер. А, он закопался. Так, нет, сваливаем от Чомпера. Так, кого-нибудь призовем, не знаю зачем. Так, ладно. Как-нибудь может мне пытаться шарики покидать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здрасте, до свидания. Все, я вас боюсь. Так, тут вот мой зомби застрял, как всегда. На этом месте всегда боты застревают. Так, я не видел, кого я добил. Так, ладно, мне бы свалить по-быстрому. Мне бы свалить, мне бы свалить. Ай, все-таки этот подсолнух меня добил, как-то он... Как-то ему удалось меня выследить. Интересно, как? Всего лишь элитный. А уже так играет. Так, ну и походу все-таки захватить музей нам не удастся. Ну тогда будет еще один третий матч. Как-то я еще не прочувствовал всю мощь. Всю мощь этого апгрейда. Так, попробую вот покрутиться вот так вот. Нет, и опять я никого не добил. Всего лишь 10 у меня истреблений. Все-таки как-то... Ну да, лучше все-таки, в отличие от Газика, он действует один на один. Потому что 125 урона он с легкостью наносит. Ладно, кто у нас тут еще где? Тут еще неприятно, что щита нету. И вот этим вот супер-прыжком я тоже пользоваться не умею. Так, добили, хорошо. Потому что этот прыжок... Так, я как тебя не добил. А, вот теперь добил. Хорошо. Так, снова мы пытаемся захватить даже. Так, вот так вот можно свалить, можно ревайвнуть. Так, имбакспейс можно отменить. Так, хорошо. Так, мы пытаемся захватить или нет, я тут не пойму. Так, хорошо, я кого-то добил. И даже не сдох при этом. Так, да, все-таки надо прыжком пользоваться, прыжок потому что крутой. Привет, цветок. Так, замечательно, хорошо, добили. Все-таки я ему отомстил за себя. Так, кто у нас тут еще где? Так, тут у нас, кажется, был горох. Так, не знаю, что я здесь творю. Но что-то я здесь однозначно делаю. Так. А, нет. И они выиграли, а я сдох. А мы проиграли, эх. Ну и ладно. Так, сколько запись идет? Ввиду всего 34 минуты. Я, конечно, все, скорее всего, нарежу сейчас будет меньше. Все мои там оговорки и то, как я долго пытался сменить сторону. Поэтому, ладно, хватит уже захвата газона. Давайте лучше еще немножечко пробежимся в беспечном парке. Там, как я это говорю, так как игроков поменьше, это будет получше. Потому что все-таки этот мозголом, он лучше один на один, чем против кучи. Все-таки это не газик. Ладно, так, все, видели мы уже лучших игроков, дайте мне выйти в беспечный парк. В принципе, уже, наверное, всех досталось, что я говорю эту фразу. Показывайте быстрее ваших лидеров, они нам уже надоели. Меня уже заждались в беспечном парке. Ну ладно. В общем, сейчас еще немножечко тогда в беспечном парке посмотрим. А потом стрим в честь мозголома 9001. Итак, все, беспечный парк загрузился. Поэтому мы бегом, бежим в беспечный парк. Так. Может, мне удастся? Да, есть. Мне даже на вот эту штуку удалось просто так лететь. Так, я почти попал вот сюда. В принципе, можно еще сделать вот так. Так, сейчас покажут одни сердечки лишь, вот такие дикие сердечки. Мишеньки. Слово мишеньки так тоже прикольно разбивать можно.
Да, еще нужно будет опять же на него посмотреть загробные операции. Кардиновки, то есть. Так, ну что, тут какие-нибудь игроки есть? Угу, что-то за растения здесь всех очень мало. Поэтому здесь вот одни теперь вот такие вот мишки бродят. Ну, ждем игроков. Так, я вижу желудя. Вижу желудя. И вижу кактуса. То есть слышу кактуса. И вот так вот с одного удара добиваем желудя. Не мелочась. Так, возвращаемся искать кактуса. О, тут горох еще появился. Привет, горох. Ты где тут? А, вот ты где. Вот так вот, опять тоже за три удара. Ну, кто тут еще где? Кактус, привет. Вот так себе кактус. Так, ладно, мы с астронавтиком едем в далекие края искать растений. Так, ладно. Кто тут еще где? Кто-нибудь еще к нам прилетит, прибежит сюда? Или здесь больше никого уже нету? А? Так, там кого-то бьют, значит, там кто-то есть. Так, это желудь у нас. Привет, желудь. А, уже его до меня добил астронавт или землю. Я не понял, кто именно. Так, не знаю, как-то я не особо удачно это сделал. Ух ты, я кукурузу с одного удара добил. Прикольно. То есть я всех с одного удара добиваю. То есть в один на один я вообще как бы самый имбовый. Любого одолею в схватке один на один с этим апгрейдом. Так, опять кукуруза. Привет, кукуруза. Ну, добил не я на этот раз, но тем не менее. Так, серия истреблений 5 уже. Да, я могу бесконечно чаржиться, могу летать. Ё-моё. Прикольно. Так, ну я сейчас сдохну, наверное, и на этом закончу. Хотя, в принципе, кто меня здесь убьет? Это нужно, чтобы много кто объединились. Растений сразу много разных нескольких. Так, ну чё, никого? Ну и ладно. Ну ладно, походу здесь никого уже больше не будет. Мне уже второй раз успели позвонить. На этот раз уже, правда, другой человек, но... Ладно, в общем, никого здесь особо нету. Так, хотя он вроде желудь какой-то пришел. Да, попытался переплать дубы, и я его сразу же распинал. Да, все-таки очень хорошо вот так вот пользоваться. Вот такая вот череда ударов. Раз, два, три. Но при этом первый заряжен еще. Вот так вот заряжаем. Раз, два, три. Вот так вот. Плюс еще прикольнее можно вот так вот. Раз, два, и вот так. Ну, еще зарядить попробуем. Но что-то тут никого нету. Я пытался писать другим людям, мол, ПВП. Но как бы меня никто не понял. Никто сторону менять не стал. Так, это чьи-то снаряды здесь застряли, походу. Так,
Тут этот желудь случайно нигде не сидит. Нет. Ну, думаю, все, можно на этом закончить. Итак, запись уже идет длинная, мне уже много чего вымонтировать придется. Поэтому не знаю, зачем я нажал телепортироваться домой, ведь нужно нажать возродиться. Так, берем драконьего зева. В общем, с вами был я, Citrus0974. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и в общем, всем счастья и всем пока!